Всем привет! Вот хочу показать вам урожай. Почти полное ведро собрали. Там внизу чуть-чуть крупных томатиков. А тут в основном черики. Вот черики. Знаете, какой хороший сорт урожайный чериков? Всего одна пачка была, там 10 кустиков. И очень много прям усыпано было. В общем, есть два сорта. Называется кнопка и пуговка. Пуговка вот вроде кругленькая, или кнопка кругленькая, а пуговка должна быть вытянутая. Вот у меня какой-то один из этих сортов. То ли кнопка, то ли пуговка. Вот, в предыдущих роликах можете посмотреть, когда я только-только высаживала рассаду. Но, в принципе, и тот сорт очень хороший. Прям кисти, завязывает много кисти, и на каждом вот такие вот томатики. Посмотрите, сколько. И еще был низкорослый сорт клюква в сахаре. Подходит для балкона. Всего 15-20 сантиметров высотой. А вот этот повыше. Этот где-то 50-60 сантиметров высотой. Но завязывает кисти. Клюква в сахаре. Там единичные томатики. Ну, тоже их много. А вот на этих прям кисти. Но я показывала в предыдущих роликах. Если кому-то интересно, подписывайтесь на канал и смотрите предыдущие видео. Я раньше черри не сажала, но их внучка очень любит. Они покупают в супермаркетах черри. Внучке нравится. Я для нее их сажаю. Вот. Так что очень урожайный получился сорт. Сажала на рассаду. Где-то сажала примерно 8 марта. Ну, то есть вот где-то 8-10, вот обычно вот так я сажаю. Рано не сажаю в феврале, потому что перерастает потом дома рассада. И вот эти вот черики высаживала в теплицу. Хотя и на улице тоже они нормально плодоносят. Ну вот. Так что вот такие вот у нас дела. Вот такой вот урожай. Вот, смотрите, я пакетики сохранила. Пуговка. Вот такие вот семена от Аэлиты. Ну, видите, прям совпали. Вот действительно вот так были усеяны. Вот посмотрите в предыдущих роликах. И вот это клюква в сахаре. Вот такие вот томатики. Это вот фирма. Такую фирму я первый раз брала. Отрезала, кстати. Не помню уже, какая фирма. Ну, неважно. Бывает и других фирм тоже такие же названия. Вот, видите, вот так прям гроздями усыпано, как вишня. Ну и уже некоторые семена подкупаю на следующий год. И вот здесь вот я оставила пакетики, то, что сеяла, чтобы потом сравнивать. Вот. Хорошо, что вот эти пакетики тоже оставила. Все, на этом видео заканчиваю. Ричик, тихо, подписывайтесь на канал. Отчет об урожае только начался. В следующих видео посмотрим. Это первый только урожай томатиков. У нас в Оренбурге в июне были заморозки. В этом году плохо все развивается. Прошлый год был огуречный. Этот год не такой огуречный. Есть два рецепта маринования огурцов на канале. Вот. Томатов завязалось очень много зелененьких. Ну, томатов, в принципе, у нас всегда много. А огурцы как-то через раз. Все, всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки. Всем пока-пока.